ответы в соответствующий законопроект уже подготовили в правительстве. Чиновники объясняют, все ради экологии. Ежедневно украинцы используют и тут же выбрасывают миллионы цветов. Сегодня она к нему даже не притрагивается. Все товары упаковывает в бумажные пакеты. В этом его на страховке в супермаркете. Покупателям бумажные пакеты шли по душе. Я поддерживаю эту акцию, Так полиэтилену нет, хотят и в правительстве. Чиновники уже разработали соответствующий законопроект, но планируют запретить лишь небольшие пульки, а пакеты вместимостью 20 литров и больше. Ми не затримуватися водою. Раніше не було ж таких маленьких, які не мали.